повезло, что я вот проезжал мимо. Это просто Господь там сделал. А так бы ждали бы это часов до 11. Да. Передача книг вот этому мужчине, а он работает водителем и обслуживает библиотеку. Он проезжал случайно, но случайности не бывает, Господь так устраивает. И вот книги передаем в его машину. Сегодня 7 июля 2013 год. Город Темрюк. Северная Осетия, тут еще какой-то город. Беслан. Вот, ужасно. Республика Северная Осетия. Так. Вот куда книги мы сложили. Наш брат, дорогой, трудится. В библиотеке не сообщил, а денег нету. Ангел, мы бедные. И поэтому я решил это. Ну, просто мы решили на это дело. Меня интересует еще один маленький вопросик. Вот здесь. Отношение церкви. Приложу документ. Хорошо. Ой, нет, это не этот минутку. Это ошибочно. Церковью. Православие. Если так выразиться. А вот наша библиотека. Посчитайте. У нас рядом. Да. Ну вы скажете, я сам видел из благодарности. Приняла дар от Фаркина Игнатия Тихоновича. Вот то, что я вам дал Новый Завет. Важно. Для слова Божьего, то есть те, которые я вам дал. Ну, вообще, все.